У вас есть. Так, это вам или мне? Это ваше. И там сзади. Там по маслам тут. Ого. Ага. Вот такие пирожки. Так, это мне сейчас, да, надо оплатить? Ну да. Угу. А здесь поэтому... А поэтому это надо уже выбивать, и что введете, то будем заказывать. Ну давайте по вашим рекомендациям, так чтобы по порядочку, потихонечку, все. Начинаем что? Система охлаждения, то есть пункт 2 обязательно. И пункт 1, прокладка под клапаны, чтобы нам избавиться от потеков масла, от потеков охлаждайки. Соленблоки, плановая замена. Однозначно, потому что у нас люфты есть, что спереди, что сзади в соленблоке. Ну и дальше все по ходу уже. Колодки, да, не столь, не тоже не медленно, это планово. А ты не ездил? В воздушном салоне, ну лучше сменить, чтобы машина уже ездила, чтобы бежала. Задние амортизаторы, ну подстуки, да и фиг они, пускай подстуки будет ездить, не основное. Ну, задняя стойкость стабилизатора, пока не знаю, что они там нахимичили с ним, надо будет выяснять. Редукты моста, люфт на хвостовике, ничего такого. А вот вентилятор отсутствует, это надо будет ставить в любом случае, как без него. Ну, это система вот в первую очередь, как появление сальных раздатки, наблюдать, я там и написал. Конечно, радиатор, ну что-то в случае чего есть. Обстановка АКБ, это вот правильно. Можно ездить без нее. Мое мнение, вот с вами все согласовано. Ну, установку, я думаю, АКБ это мы уже потом туда дойдем. Да, это не остановит. Чисто написано общее. Под клапан обязательно. Ну, это обязательно система охлаждения. И то, помнишь, мы с тобой беседовали? Если будет уходить охлаждайка, лишь бы это не голова. Да, да, да. То есть мы меняем вначале вот это хозяйство, да, дальше наблюдаем. Соленблоки, ну это плановое менять, я так думаю. Потому что это вместе будет. То, что смотреть по ценам, отводите кружочек, пожалуйста, чтобы я пробился. Считаю, вот это соленблоки, то, что я тебе показал. Так, сальник пойдем, это обязательно. Ну, с них это соленблоки заднего и дольного, да, они люфтят. Заднего, мы знаем, колодки. Гляди там, что, там запасик это есть еще, слева там побольше. Воздушники из салоник, это уже поднятие. Задним это задал, тут будет пыльник тормозного диска. Это тоже ценник будет большой, искать бушку. Потому что эти запчасти стоят очень большие. 1000-2 где-то будет стоить пыльник. На скидку. А сосед тоже есть? Если не больше. Задняя левая, ну пока не знаю. Иду до хвостовика, глянем. Вентиляторы надо. Сальник раздатки при. Понаблюдаем. Если сейчас будут потеки, покатайся. Будут потеки, будет сальник менять. Потому что потевание есть, но чтобы сильно гнало, не вижу. И масла там хватало. Там было в допуске, я имею в виду, как положено. В обоих мостах не хватало масла. Ни там не хватало. А нет, так я рыбак, это вот этот сальник, где он, наверное. Ну и что ты хочешь сказать? Если бы я был бы рыбак, я был бы на рыбалке сидел. Левый сальник течет. Так ты лодку там просверли. Вот то, что. Ты фильтробазар. Ты пьешь. Понял. Так что не умничай. Глянем, сальник большой, изготовим. Вот это скоба. Если нет, значит изготовим. Вот то, что я обвел. Все остальное это для тебя написано, то есть это, от этого столько мы не избавимся, они будут стучать. Ну, пыльника нет, левая задняя стойка, пока не знаю, что мы с ней сделаем, по мозгу еще. Они машину лифтанули, взяли, отключили ее, отсоединили вообще. Вроде как, короче, я вспомнил там, он говорил, что она просто на место прикрутили и все. Она не идет, она не поднимается. А, ну значит, поэтому они сами его не прикрутили. Точно так. Мы воздух даже сняли, пытаемся, а, ну потом глянем еще по мозгу, увидим, что. Да. Ну, система охлаждения КПП, там закольцовано, глянем, что именно закольцовано. Что-то закольцовано, только гляну, что. Ну сейчас-то начнем пока с вот этого. Вот, да? Вот то, что венеро, вот это, вот это, вот это, вот это в первую очередь. Да. Это я считаю нужно. Так, а так по деньгам примерно. Если хотя бы цены тебе пробьют, для нас цены покажут, что есть почем. Просто из всего, короче, я сам смотрел только вот радиатор да вентилятор. Ну, глянем цели, составится бумажка, увидишь цели. Есть аналоги, то есть это все, естественно, будет по аналогам. По аналогам, да, потому что... Опять же, понимаешь, есть китайский, но Китай не советует. Есть, ну, что-то такое, по сходной цене называется. Ну, да, вот что-то такое. Это уже с тобой беседовать, он тебе...
Уйди, вин обязательно. Противный. Вин, это щелкнул себе, вин напишет здесь, можешь да. Здесь вин написать. Вин, машина, документы есть? Там с собой.